Всем привет! Пообедаем! Приятного аппетита вам! Накладывайте или наливайте, что у вас на обед. У меня сегодня борщ. Остатки. И мне очень нравится, когда остается уже последний половник, скажем. Потому что борщ становится наваристым. Есть у меня сметана. И с обеду, ой, с завтрака у меня остался бутербродик с сыром. Хлеб у меня тортин. Недавно пекла. Игорь от него в восторге. Приятного аппетита! Немного расскажу вам историю мукбанга. Мукбанг – это трансляция поедания. В переводе с корейского, как я узнала. Пошло это где-то с 2010 года. Больше у меня на основе куриного бульона. Порой даже без мяса готовлю. И пошло это направление с Кореи. Как говорилось, из-за занятости, работа, дом, учеба, уже меньше стали родные собираться, чтобы вот пообщаться, поесть даже. И стали вот так на камеру. Есть блогеры, в то же время общаются. Что-то рассказывают. И как бы эффект присутствия других людей. И не так скучно есть одному. Мне, конечно, никогда не бывает скучно. Всегда найду себе занятие какое-то. Вкусно. Очень. Вообще я люблю намазать хлеб маслом. И острую приправу какую-нибудь сверху. Масло немного ее смягчает. И очень вкусно становится. Вчера было минус 20, сегодня минус 10. Идет легкий снежок. И немного болит голова. Видимо, от этих перепадов резких. Хотя я не метеозависимый человек. Вот. Да, все-таки люди так созданы, чтобы общаться друг с другом. Делиться мыслями, чувствами, переживаниями, горем, радостями, да? Было замечено, что когда мы делимся горем, его становится меньше. А когда делимся радостью, оно умножается. Какая-то мысль была, улетела. Да. И даже когда нам плохо, и когда кому-то, видим,
лишь плохо и поддерживаем его, нам становится лучше. Согласны? Еще у меня остался кусочек бутерброда с куриным рулетом. Как раз и его даем с борщом. Вот. Если хотите сами научиться делать куриный рулет, в плейлистах «Курица» есть подробный рецепт. Вам понадобится сама курица, приправы, которые вы любите, рукав для запекания и пищевая пленка и шпагат. На шпагат я просто купила веревочку в светофоре. Моточек. Вот я ее заматываю в рулет. И добавляю разные специи. Можно разнообразить вкус рулета. Заканчивается мой обед. Вот мы с вами и пообщались. Жаль, что общение одностороннее. Надеюсь на ваши комментарии. Там можно поддерживать связь. Спасибо вам за просмотр, за компанию. Кто не подписался, подписывайтесь, потому что не только можете со мной пообщаться, но и научиться готовить что-то. Делиться своим опытом приготовления. Хорошего вам дня и вечера. До новых встреч!